Не все порадовались возвращению архива Андрея Тарковского на историческую родину. Коммунисты даже вышли с пикетом к зданию правительства. Напомним, что в среду на торгах, которые проходили в Лондоне, представитель Ивановской области приобрел уникальные фотографии, сценарии и письма кинорежиссера. Стоимость всего этого составила 65 миллионов рублей. Деньги внебюджетные. Однако, по мнению многих, региону следовало бы с таким же рвением и быстротой искать инвесторов для решения куда более серьезных проблем. Важно то, что у нас есть, допустим, сироты, которым не находят средств. А у нас есть программа, у нас есть нехватка детских садов, и 65 миллионов – это целый блочный детский садик. Вот. И если бы у нас все было бы хорошо, детские садики бы нашли там, еще что-то построили, тогда не вызывало бы такого возмущения. А когда у нас, вот повторюсь, нищая область, и деньги можно вдруг, оказывается, можно найти деньги, но на развлечения.